что конфликты умножаются. И это два вопроса в одном, которые я хотел задать. Во-первых, считаете ли вы, господин президент, что действия России на Украине и в Крыму за последние месяцы являются ответом на то, что разрушены правила и являются примером государственного управления без правил? И второй вопрос заключается в том, что этот глобальное разрушение правил, является это сигналом с российской точки зрения изменения российской позиции? И за последние дни здесь говорилось, что Россия не может лидировать в существующем глобальном устройстве, но на самом деле она проявляет лидерские качества. Какого ваш ответ на этот вопрос? Я попросил бы вас все-таки еще раз сформулировать вторую часть вашего вопроса. Второй вопрос, он в чем заключается? Я бы хотел отметить, уже говорилось, что Россия не может стремиться к лидерским позициям в мире, учитывая обстоятельства, случившиеся после распада Советского Союза, но может решить, кто будет лидером, и может быть изменение позиции России, изменение ее позиции, переориентация, как вы уже отмечали в отношении Ближнего Востока, вопрос, связанных с ядерным вооружением Ирана. Россия своей ориентации не меняла. Мы страна с традиционной ориентацией. А это ориентация на сотрудничество, на поиск совместных решений. Первое. Второе. Мы не претендуем на какое-то глобальное лидерство. Это вот тезис о том, что Россия претендует на какую-то исключительность, он совершенно ложный. Я об этом в своем выступлении сказал. Мы не требуем какого-то особого места под солнцем. Мы просто исходим из того, что все участники международного общения должны уважать интересы друг друга. Мы готовы уважать интересы наших партнеров, но рассчитываем на такое же уважительное отношение к нашим интересам. Мы свое отношение к ситуации на Ближнем Востоке, в отношении иранской ядерной программы, в отношении урегулирования северокорейского кризиса, в отношении борьбы с терроризмом, с преступностью в целом, с наркотрафиком. Мы не меняли никаких приоритетов здесь. И даже под воздействием недружественных акций со стороны наших западных партнеров, ведомых в данном случае совершенно очевидно, мы это знаем, все Соединенными Штатами. Даже в условиях санкций мы ничего не поменяли. Но здесь тоже ведь все имеет свои какие-то ограничители. Не исхожу из того, что если под воздействием внешних обстоятельств нам придется пойти на какие-то изменения, то это возможно. Но пока таких экстремальных ситуаций не возникает, и мы не собираемся ничего менять. Это первое. Второе, что касается нашего поведения в Крыму. Но я уже об этом много раз говорил, если есть необходимость в этой аудитории повторить, могу повторить еще раз. Это статья первая, часть вторая Устава Объединенных Наций. Право нации на самоопределение. Все прописано. И не просто как право нации на самоопределение, а как цель Объединенных Наций. Посмотрите внимательно на статью, посмотрите, что там написано. Я не понимаю, почему люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право, так же, как люди, проживающие, скажем, в Косово. Здесь тоже сейчас об этом прозвучало. Почему в одном случае белое считается белым, а во втором то же самое белое объявляется черным? Ну, чушь. И мы с этим никогда не согласимся. Это первое. Второе. И это чрезвычайно важная вещь. Я хочу обратить на это... Вот, об этом никто не говорит. Я хочу обратить на это внимание. Что произошло в том же Крыму? Во-первых, в Киеве произошел антигосударственный переворот. Вот кто бы чего ни говорил, но это... На мой взгляд, это очевидная вещь. Вооруженный захват власти. Люди во многих регионах страны порадовались этому, не понимая, к чему это приведет. А в некоторых регионах испугались, что к власти приходят люди крайних взглядов, националисты, правых, в том числе неонацистских убеждений, испугались за свою будущность, за свои семьи. И соответствующим образом начали на это реагировать.
в Крыму люди провели референдум. Я хочу, знаете, на что обратить внимание? Я хочу, чтобы вы все-таки отфиксировали на этом свое внимание. Ведь там не просто так мы в России заявили о том, что прошел референдум. Решение о проведении референдума принял абсолютно легитимный представительный орган власти Крыма, парламент Крыма. Избранный, кстати говоря, по украинскому закону несколько лет назад, до всех этих тяжелых событий. Именно этот легитимный орган объявил о проведении референдума. А потом на основе этого референдума, так же как в Косово, объявил о независимости, принял декларацию о независимости и обратился в Российскую Федерацию с просьбой принять в состав российского государства. Вы знаете, вот кто бы чего ни говорил, и как бы ни старались там подковырять чего-то, это очень сложно сделать. Имея в виду и то, как было сформулировано решение суда ООН, который ясно заявил, что согласие верховной власти той или иной страны применительно к косовскому прецеденту на решение вопроса о самоопределении не требуется. Вы знаете, меня очень всегда радует в этом случае, и я вспоминаю все время то, что говорили по этому поводу древние. Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, мы не можем согласиться с такими формулировками. Значит, может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, и я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. И в чем заключаются проблемы современного мироустройства? Давайте прямо скажем об этом. Здесь же все специалисты сидят. Вот мы говорим, мы похожи на дипломатов. Что произошло в мире? Была биполярная система. Значит, Советский Союз развалился. Вот этой мощной силы в виде Советского Союза не стало. Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Может быть. Но ракет было. Завались. Понимаете? И были такие яркие политические деятели, как Никита Хрущев, который сапогом там вон стучал, да? Но и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО, думали, да ну его нафиг этого Никиту, и же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советского Союза не стало. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией? Она очень зависимая, она, значит, прошла вот трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется, вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал Доминик, и значит, Ирак, и Ливию, и Афганистан, а до этого Югославию. Это что, все было в рамках международного права, что ли? Чего вам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные интересы, русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем, и нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать, а выстроить сбалансированную систему интересов и отношений, давно прописанную в мире. Нужно только с уважением к этому относиться. Да, я же сказал, мы понимаем прекрасно, что мир изменился.
И мы готовы к этому прислушаться и в соответствии с этим корректировать эту систему. Но полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? Ну, в качестве сверхдержавы нет. Нам это только в нагрузку. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории. И времени, и сил нужно, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там, ничем командовать. Но к нам не лезьте. И не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и все. И если есть в чем-то и будет, и возможно в чем-то лидерство России, это в отстаивании норм международного права.